Второе. Разрушение. 4 штрафных очка на третье препятствие. Пятое без ошибок. Брусья. Также. Кружок, который сейчас Саня сделал, это 3 штрафных очка дополнительно и 4 за разрушение. Конечно, Саня заслужит каждый участник ваших аплодисментов, уважаемые друзья. Тем более, что девушки едут, и это сложно, конечно, вот такие, особенно же, когда большие животные, крупные, по полтонны мышечной массы в твоих руках, это не просто совладать с животным, который еще где-то хочет, не хочет подчиняться. Секунды. Василиса и Пуля, полуспортивный клуб «Талисман». Дети, которые у нас выступают, они выступают именно на лошадях пони. Вот представьте, сколько сейчас по росту лошади стоят препятствия, параллельные брусья, в том числе, молодец. Она их не ела. Третье препятствие, 4 штрафных очка. Далее без ошибок. Параллельные брусья. Серьезный какой барьер преодолен. Вот отвесно разрушено, а параллельные брусья без ошибок. Молодец. Остается 2 барьера. Ох как. Взлетела лошадь. Время прохождения маршрута и 4 штрафных очка за одно разрушенное препятствие. На сам приглашается Дарья Высоцкития на время. Конно-спортивный центр «Каприон» приготовится к золоту. Нету, Саня, пойдем. Да нет, куда? Яна, где? Без ошибок. За 51,36 Дарья и Дэйва завершили свое выступление. Золотова, Ева и Пекин приглашаются на старт. Также представители конно-спортивного центра «Каприон» приготовятся Юлия Иргина. Это все участники у нас едут в категории на пони.
начинали участники у нас сегодня с высоты до 50 сантиметров. Вот какая разница в высоте. Да, по ней. Сейчас конечно, она такая на себя. Пять препятствий без ошибок. Восьмое препятствие. Молодец. 58,26 и штрафных очков. На старт приглашается Юлия Гегина на Эльсихоре. Представляет коды двух эвенистов. Приготовится Шмаглевка Татьяне. Как для спортсменов сверху, так спортсмен снизу. То есть у нас лошади тоже спортсмены. И если лошадь становится, вернее, всадник становится олимпийским чемпионом, то также олимпийским чемпионом становится и лошадь. И титул у нее точно такой же, как у спортсмена. И когда-то они впервые выходят на старт, на соревнования. И в данном случае Юлия, конечно, опытный всадник, но лошадь первый раз не просто сюда приехала, а вообще первый раз выступает в соревнованиях. У нее дебютное сегодня выступление. То есть все когда-то начинают, и вот в данном случае есть уход, первый старт. Очень много зависит от всадника, от его опыта, от его мастерства, с тем, чтобы как раз страхи, стрессы, которые лошадь получает на новых площадках, в новом месте, новые препятствия, зрителей много. Для многих лошадей это достаточно стрессовый момент. И всадник должен максимально сконцентрировать на себя внимание, что только всадник главный, всадник-партнер, который защитит, который сбережет от всех волнений. И доверие лошади очень важно для спортсмена. Мы сейчас наблюдаем, что, по сути, Юлия не торопится, скажем, на это выступление. Хотя вот у нас мы на совещание идем, да, такие подгоняет. Прекрасное выступление, Юлия. Поздравляем с дебютом. 67,27. Вы можете на табло тоже видеть результат по времени, но без штрафных очков вы тоже это наблюдаете. Татьяна Шмаглевка и Кальфаро. Представляет моноспортивный клуб «Талисман». Приготовится Диане Трауш. Татьяна Шмаглевка неоднократный призер, победитель многих соревнований регионального уровня, в том числе опытный участник соревнований различного уровня. Кальфаро – ее новая лошадь, которая клуб «Талисман» с тренером Матвеевой Яной формирует свои пары и по опыту, и по мастерству. Скажите, пожалуйста, в данном случае очень важно найти, скажем, оптимальную пару, которая действительно покажет максимальный результат на соревновании. Это уже задача тренера. Разрушение. Проходите.
8 штрафных очков и время потрачено на прохождение маршрута 50,6. На старт приглашается Трауш Триада на Винпайре. Полноспортивный клуб «Талисман» приготовится к Мартыновой Анне. Так, девчонки, пошли тут не пересидеть, а у нас время. Сейчас идем. Да. Сейчас. Практические участники, которые постарше, конечно, имеют, безусловно, уже большой опыт выступлений, достаточно часто проводятся в области у нас соревнования. И Диана тоже имеет, безусловно, в копилке свои хорошие выступления и призовые места, и она неоднократно становилась победителем. Но в любом случае, уважаемые зрители, даже на Олимпийских играх кто-то первый, а кто-то 50-й. Но который 50-й, это не означает, что он самый худший и неумеха. В данном случае так сложилось на конкретном выступлении. И участники, которые выпускают ошибки, это никоим образом заслуженные аплодисменты, никоим образом не умоляют свои достоинства. 50,9.